Конечный пункт Рига на чешском заводе «Шкода Вагонка» сегодня представили первый электропоезд, который здесь строят специально для нужд пассажиров «Вилценс». 32 таких состава доставят из Чехии в течение этого года. Вот как будет выглядеть новая электричка. Кондиционер, видео и аудиосистемы информирования и меньший шум. По словам министра сообщения Талы Салынкайца, все это будет в новых электричках, которые для Латвии производит чешское предприятие «Шкода Вагонка». Конечно, новые поезда будут современные. У них есть и вся информационная система новая, вентиляция и air-conditioning. Есть также, где можно зарядить телефон, подключиться, внутренний Wi-Fi и все другое, что имеется в наших современных поездах по всей Европе. А еще пол поезда и платформа теперь будут на одном уровне, то есть никаких больше ступенек. Велосипедисты, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры смогут без труда попасть в вагон. Всего в новых электричках будет по 4 вагона. Мы получаем 32 состава, все составы в 4-вагонной комплектации, более чем 400 мест в каждом поезде. И они предназначены именно для большой вместимости, для пригородной железной дороги, чтобы люди могли ехать на работу и потом из работы домой. Поставка поездов будет постепенной. Первый появится в Латвии уже весной, но пассажиры смогут оценить новинку не сразу. Первый состав мы получим в конце апреля, в начале мая для тестирование. Он сначала будет тестироваться на железной дороге, потом сертифицироваться, и только потом все мы, как пассажиры, сможем использовать этот поезд. И я надеюсь, если что, все пойдет хорошо, то пассажиры, наши жители смогут почувствовать новый сервис в сентябре-октябре месяца этого года. Планируется, что первый поезд будет курсировать по маршруту Рига-Айскрауклы, а в дальнейшем составы пойдут по всей электрифицированной линии. А вот что будет со старыми электричками, пока не ясно. По словам министра, некоторые из них могут остаться в Риге как запасной вариант, а некоторые могут быть проданы в Среднюю Азию. Сергей Герасимов, Эмилия Гаспарян, Русал.